туда, знаете, уходите отсюда. Да. Мадам, туда. Обелиск, видно? Вот раз, два. А? До свидания, мадам. Сюда, извините, сюда, мадам, до свидания. Вот, видно? Спасибо. Все обелиски, я вам сказал, обелиски Хатшепсут. Теперь я покажу вам, пойдемте внутри. Храм Хатшепсут. Хатшепсут. Да, спасибо. Изида, как тебя зовут? А? Туда, дин. Дорогие мои, обратите внимание, вам повезло, перед вами царица Хатшепсут. Привет. Хатшепсут, которая перед вами, дорогие мои, она была дочерью фараона, это фараон Тутмос Первый. Сюда, Тутмос Первый. Тутмос Первый, который перед вами, у него раньше два детей. Хатшепсут и фараон Тутмос Второй. Тутмос Второй, который перед вами, Хатшепсут перед вами, поженилась между собой. Сестра и брат у древних египтян, можно жениться. У них раньше дочь за царица Изида. Изида, которая перед вами, она была самая большая проблема. Потому что фараон Тутмос Второй, когда видели, он сказал, дочек не хочет, хочет мальчик. Хатшепсут дочек, мальчик нет. Фараон, который перед вами, у него вторая жена сюда. А вторая, которая перед нами, у него фараончик, это фараончик Тутмос Третий, мама Третий. После смерти фараон Тутмос Первый, до свидания. Правда, где там его сын Тутмос Второй, сколько лет? Только 4 года. Почему мало? Уходи, до свидания. В Египте фараон нету. Перед нами только женщина. Это не может быть фараоном. Почему? Его власть она захватила, она правила сколько лет? 22 года. 22 года, дорогие мои, это много. Потому что женщина у древних египтян не может быть фараоном. А скажите мне, как она правила 22 года? Она сказала, я сын Бога, Амуна, рабок солнца. Она забрает себе в мужской одежде, как фараон, как мужчина. В каком-то году 1300 до нашей эры. После смерти Хатшепсут, до свидания, 22, это много. Изида, до свидания. Мама, до свидания. Фараончик сюда. Когда фараончик вырос в Бадрот, он решил разрушить ее храм. Он решил отмостить, он решил разрушить ее храм. Сегодня после обеда я покажу вам погребальный храм царицы Хатшепсут. А внутри храма в настоящее время на стенах, на колоннах, царицкий рисунок, релизы, который изображает Хатшепсут, ничего не осталось. Злой фараончик, который перед вами, он решил разрушить ее храм. Почему? Потому что когда был маленький, его власть она захватила, она брала 22 года. Фараончик, спасибо. Тормози. Когда видел ее обелиск в Карнакском храме, он решил построить стена вокруг обелиска царицы Хатшепсут. А кто не видел ее обелиск, а слава Богу, стена в настоящее время упала, обелиска осталась. Высотой 27 метров, а сколько тонн? 140 тонн из гранита. Теперь я покажу вам обелиск Хатшепсут, а потом я покажу вам жук скарабей. Жук скарабей недалеко отсюда, а через 7 километров я покажу вам. Come on.